саженцы розы Нинета относятся к устойчивым перед морозами, вредителями и болезнями сортам. Высаживают их на солнечные участки. Почву для саженцев розы Нинета дренируют. Время посадки – май или октябрь. Крупномеры розы Нинета высоту достигают от 40 до 60 см. Ширина – до 50 см. Цветочки имеют небольшой диаметр до 5 см. По внешнему виду напоминают астры, лепестки тонкие, окрашены в оранжевый оттенок. Собираются цветы в пышные шаровидные соцветия. Аромат ярко выраженный. Используют этот сорт для создания одиночных и групповых цветников, клумб, розариев. Роза Патиа Нинета – это кустарники высотой 40-60 см, диаметром 50 см. Аромат у цветов средний, окраска цветка оранжевый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 4-5 см. Летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу Патиа Нинета создал Танте Германия. Годом создания растения считается 2006. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.